Всем привет! Ну, двинули мы сегодня большой компанией за брусникой. Вчера мы с вами прошлись, хотели посмотреть глухарей в стиле вауряпчиков, ну и в итоге нашли бруснику. Добрались до места и уже собрали почти по ведру. Я ведерко собрал маленькое. Папа собрал почти ведро. Ну еще и Ваня также собрал. Ну еще можно собирать, в принципе, есть брусничка. Еще можно так по разу по два собрать. Ладно, будем собрать. Здесь-то есть, да? Ну, здесь, видишь, редко, но здесь крупная, а там очень часто оно. Ну, поменьше. Ладно, пойдем. Соберем еще ведерку. Вот брусничка вообще крупная, как клюква. Ну, собаки тоже уже поели, потоптали тут почти половину, ну немного сами поели. Ну, Ваня там где-то собирает, собрал уже тоже почти полное. Ну вот у нас в этом году брусника. Какая крупная. И сколько ее много. О. Вот такая крупная вот. Блин, вот это правда как клюква. Ну, Ваня собрал. Молодец. Целых 12 литров. 2400 заработал. Спасибо. Куда потратишь свои деньги? Никуда, домой. Домой, молодец. Вообще это надо. Понятно. А это главный сборщик урожая. Какой большой, огромный пес. Остальные где-то там шастают. Он прыгает, как бам-бам-бам. Что, наверное, пойдем, наверное? Что, Иван, думаешь? Пойдем? Может, берем это уже?
Все, иди туда. Молодцы. Блин, не успел скинуть, а? А? По дороге шли, говорит, да. Все, по дороге шли, там туда рябчика съел. Нашел, да. Потому что перья валялись везде там. Мы зашли там вот с этого. Где эти хлопы ходят. Там Нива стоит у хлопа в мишке. Во хлопа в мишке там Нива стоит. Возле Ома тогда, где мы ходим. Они на крыку пошли собирать, потому что вчера я там ходил. Вот закуша там крыква была, уже спелая. Они, наверное, там собирают, наверное, для закушей. Оттуда же эти вчера шли. Эйкевичи с мешками эти. С большими ведрами. С 15-литровыми. Ну, где-то там собирают. Закушами где-то, или закушей. Я там не на всех кушах был, там можно кушам, то и на каком-то куше так крыква есть. На малом льдихом. Вчера тут куча рябчиков взлетала, сегодня мне что-то ни одного не видно. Вчера вот здесь... Вон тут вчера рябчик вот здесь вот летал. Туда-сюда перескакивал. Подсадил. А сегодня мы с Ванькой шли, один рябчик прилетел. Сначала сел против меня, нафиг метров 10, я его не увидел. Ваня потом говорит, что типа он давно уже сидит. Потом он взял, перелетел, я думал, стрелять, не стрелять, далеко было. Потом я пока думал, стрелять или нет, а он улетел потом. Но вчера они, как раз я шел вечером, они втроем на дороге сидели. Ну, молодые рябчики, они вообще не особо не боятся. А ночью вообще удобно, ночью они нифига не видят. Может в упор подойти. Он как бы тебя вроде слышит или что, немножко перескакивает на ветку выше, и все. А ты его хорошо видишь там. Очертания-то хорошо видно. У них на зрение тоже плохое, как у куриц. Конфеты. Чай? Ты что-то пил? Пил же? Нет. Ну, я там мало его же положил. Две или сколько там. А, у меня еще это есть. Яйца. С хлеба же все. Ну, ладно. С вами будешь яйца? Не будешь? Ты будешь? Не будешь? Ладно, то вам по конфетке, а яйца всем. Интересно, кому это? Если Ваня отказался, кому это он даст?
Чего? Надеюсь, ты их не орёшь. Жесть прямого. Жесть, она самая быстрая. Что-то пересолил. Я что ли там? Я и жарил. Прям песня нет. Ну. Ну все, поехали, погнали.